У нас сегодня в этом зале по меньшей мере сразу три знаменательных события. 20-летие альбома «Вези меня, извозчик», трансляция этого концерта в прямом эфире, если так можно сказать, в интернете. Сейчас на вас смотрит весь мир. И у меня сегодня день рождения. Спасибо. Ну, позвольте мне считать ваши аплодисменты поздравлением. Про собственный день рождения я песню еще не написал, но, как одно из посвящений, посвященное дню рождения другого человека, песню я вам сейчас спою. Вам завтра 25 и званый люд. Я верю, и зайдет на комплименты. Я верю, треснет стол от вины блюд, собранных, соответственно, моменту. Охапкам роз не хватит в доме вас, не хватит слов воздать хвалу фасону. Меня здесь нет, но поздравляю вас гудком автомобильного клаксона. Я знаю, грянут вилки и ножи почище, чем на поле Куликовом. И голос из колонок заблажит о том, что кто-то где-то цепью скован. И в час, когда затеют перепляс со стенки, если грохнется гитара, считайте это, я поздравил вас тепло и громко в самый миг разгара. Квартирный пес ваш выкупан ко дню, надушен, нацелован и по кругу. К тому же он участвует в меню. Он умный, он во всем заменит друга. Но если он на шею прямиком сорвался, ощетинился, залаял, и если вам в губу вцепился он, считайте тоже, это я поздравил. Я знаю, все хлебнут на брудершафт, друг друга за грудки никто не схватит, никто ерша не халкнет, оплошав, и ни один не ляжет спать в салате. И вы, сверкнув собой, само собой, в кругу гостей большой бриллиант в оправе. Но если драка, если мордобой, вы скажете, нас Новиков поздравил. Вам завтра 25, я верю, грусть берет, когда пирог в свечах, как ежик. Я к вам навряд ли в гости соберусь, да и навряд ли мне ваш муж предложит. Но если вы на несколько минут сбежите вниз, для вас почти нет правил. И если вас до завтра не найдут, пусть знают, это я пришел, поздравил вас.